Wonderful. I may be wrong, but I think you're swell. I like your style, say, I think you're marvelous. I'm always wrong, so, so how can I tell? Сегодня у нас в гостях потрясающий человек. Настоящий человек эпохи Возрождения, я бы так сказала. Потому что этот человек вмещает в себе невероятное количество интересов, профессий. Тиль Брюнер. Тиль, ты гениальный трубач. Ты композитор. Ты певец. Ты продюсер. Ты фотограф. Я что-то забыла? Думаю, все это вместе в конечном счете и означает быть артистом. Твой жизненный путь очень интересный. Родился ты неподалеку от Дюссельдорфа. Потом неожиданно оказался в Риме. Потом опять вернулся в Германию, в город Кёльн. Потом переехал в США. И на каком же повороте твоей судьбы ты обрел свой инструмент, трубу? География сложная, но вообще-то все было довольно просто. В моей семье многие на протяжении нескольких поколений занимались музыкой, но только это была церковная музыка. Среди моих родных были органисты, хормейстеры, а еще учителя. К джазу же меня приучил отец, который всегда делал громче, когда по радио пел Луи Армстронг. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. С этого началось. Потом к Армстронгу прибавились Гарри Свитц Эдисон, Кенни Дорхэм, Фредди Хаббард. Я их всех обожал, но вначале попытался стать классическим музыкантом. Пытался до тех пор, пока не понял, что в классике есть все, что я люблю, кроме возможности выбирать, что я играю сегодня, а что пропускаю. Возможность принимать решения здесь и сейчас. Такую свободу дает только джаз. Скажи, у тебя ведь никогда не стоял такой выбор, труба или саксофон? Саксофон. В те времена саксофон был куда больше в тренде? Если бы я следил за трендами, то выбрал бы саксофон или электрогитару. Мои одноклассники вообще все слушали поголовно Depeche Mode. Скорее уж, это была музыка моего поколения, чем классика или джаз. Но я всегда знал, что хочу идти своим путем. И музыка, которую я слушал, давала мне невероятные силы. Ведь нет ничего прекраснее джазовой импровизации. Импровизация — это диалог, вступая в который, ты понятия не имеешь, к чему он приведет. И чем старше я становлюсь, тем больше мне это приносит удовольствие. Дошло до того, что с какого-то момента ноты на пюпитре стали для меня настоящим препятствием. Когда ты осознал, что ты прирожденный трубач, ты решил поехать в Америку. И как там развивались события? Ты же был совсем близко к истокам джаза.
Ведь Германия, впрочем, как и Россия, совсем не родина джаза. Чтобы ответить на этот вопрос, думаю, надо начать чуть раньше. Во время нацистской катастрофы в нашей стране джаз был полностью запрещен. Его нельзя было ни играть, ни прослушивать. Запреты сняли только после войны. Но там возникла другая проблема, связанная с тем, что в послевоенной Германии огромную роль играли американцы. И, соответственно, американский джаз, который по всем статьям превосходил нарождавшийся немецкий. И тогда нашим джазменам пришлось искать адекватный способ самовыражения в особой стилистике. Так возник авангардный джаз, в котором немцы как раз очень сильны. Достаточно вспомнить имена Альберта Мангельсдорфа, братьев Кюн, Йохима и Рудольфа, Петера Брёцмана, Герда Дудека. Но да, в большой исторической перспективе с Америкой ничто не сравнится. Это родина джаза, там бьется его сердце, там формировалась его ДНК. Все это на том берегу океана. Тебя, например, обычно сравнивают с Четом Бейкером. И я подозреваю, что это была важная для тебя фигура. В своем альбоме «Любовь» ты рискнул впервые попробовать себя в вокале, как Чет Бейкер. Особенность Чета Бейкера в том, что его голос совершенно естественно звучал, как продолжение звука его трубы. Потрясающая вещь. Но я начал совмещать вокал и трубу не потому, что хотел так же. Все куда прозаичнее. В начале карьеры мне часто приходилось быть единственным духовиком на сцене, когда некому дать тебе передохнуть, подхватив партию. А это порой бывает утомительно. Вот я и придумал такой трюк. Начал иногда что-то вокальное исполнять, чтобы как трубачу дать себе паузу. Ну а лет через пять я с удивлением обнаружил, что когда сначала исполняю что-то голосом, публика потом и к трубе моей проявляет внимание больше, чем обычно. Дело в том, что для нашего уха человеческий голос – недостижимый идеал, к которому можно только приблизиться. Движением в сторону этого идеала я и занимаюсь всякий раз, когда беру в руки трубу. Стараюсь быть ближе к человеческому голосу. Джазовый трубач всегда учится, находится в движении. Но у каждого из нас в жизни был человек, которому мы обязаны больше других за то, какими музыкантами стали. В моем случае это мой преподаватель Бобби Шу. Бобби Шу много лет играл у Мейнарда Фергюсона, Луи Бенсона, в группе Элвиса Пресли, и он знал все о том, как при наличии таланта стать успешным джазовым трубачом. Во-первых, должно быть хорошее дыхание, во-вторых, хорошо разработанный и полностью тебе послушный язык, и в-третьих, друзья. Дело в том, что труба абсолютно неблагодарный инструмент. Она ничего за тебя не сделает, только то, что ты сам в нее вложишь. Это не фортепиано, где звук производит молоточек. Духовики производят звук сами. Их инструмент лишь резонатор, поэтому в любой ошибке виноват только ты сам. И это очень объединяет не только трубачей, но и всех медных духовиков. Любая фальшивая нота прозвучит громко на весь зал. Но мы всегда посочувствуем друг другу и поддержим. Thank you.
Тиль, что это за инструмент? На мой неискушенный взгляд, это ведь не очень похоже на классическую трубу, я права? Это флюгельгорн. По сути, это маршевый инструмент. Использовался в духовых оркестрах и на поле боя. Труба – это вообще военное изобретение. На мой взгляд, флюгельгорн звучит чуть теплее. Можно представить, в семье медных духовых это аналог альта в семье струнных. Именно из-за этого, отличного от трубы, более теплого и нежного звучания, со временем я особенно привязался к флюгельгорну. Я бы сказал, что мелодию на трубе выводить проще, но мы ведь стремимся к идеалу, к уподоблению человеческому голосу, и здесь, я уверен, флюгельгорн определенно выигрывает. За счет большей теплоты я могу создать на нем звук, максимально приближенный к искомому нами идеалу. Согласись, это совсем не звучит как сигнал к атаке. Скорее, мягкий, вкрадчивый голос, к которому нужно прислушиваться. А еще, наверное, он лучше подходит к твоему голосу. Мой голос, в принципе, неотделим от инструмента. Это он звучит через него. Это его мечты, его размышления. Я интуитивно синхронизирую, как только начинаю играть, голос и инструмент. Но я знаю, что есть еще очень важный элемент – это мундштук. Ведь у него тоже с инструментом и с тобой особые взаимоотношения. Ведь нельзя играть, когда мундштук холодный. Его ведь нужно обязательно держать в тепле. Видишь ли, этот инструмент из металла, и чем выше температура на сцене, тем для него лучше, тем лучше он передает вибрации. Если температура падает, скажем, ниже 15 градусов, заставить трубу вибрировать и что-то приличное играть становится задачей не из простых. И губами ты, конечно же, сразу ощущаешь, достаточно ли инструмент теплый. Прежде чем выйти на сцену, я действительно, как правило, снимаю мундштук и убираю в карман, чтобы он там согрелся. Возвращаю на место только перед началом игры, чтобы избежать излишнего температурного шока. А сколько у тебя всего инструментов? Дома у меня порядка 20 труб. Кому-то покажется много, кому-то наоборот мало. Есть коллекционеры, у которых их гораздо больше. Труба – это не такой дорогой инструмент, как скрипка или кларнет, которые делают из дерева, и потому с возрастом они могут улучшать свое звучание. И этим инструментом могут быть сотни лет. Труба служит от силы лет 80. Да и то, если за ней хорошо ухаживают. Моя коллекция образовалась лишь из-за того, что поначалу я искал свой, подходящий именно мне инструмент, свое звучание. Но со временем все свелось к одному инструменту и одному мундштуку. Мне нравится серебряное покрытие. Это дает светлый, теплый звук. Но главное ощущать, что это твой инструмент. Значение имеет все, даже самые мелкие детали. Внешний вид, который должен соответствовать твоему имиджу. Но мне тут, по-моему, было что-то подходящего цвета. Но мне тогда нужна золотая. Да, Ирина, тебе определенно больше подошла бы золотая. Скажи, пожалуйста, получается ли, что этот инструмент изначально использовался на войне, а не на охоте, как, к примеру, охотничий рожок в Алтоне? А у Баха он находит другое применение. Самые ранние упоминания трубы связаны с войной, с использованием на поле боя. Но это была простейшая труба, практически без изгибов. Спустя годы, да что годы, столетия, тысячелетия, инструмент естественным образом эволюционировал и усложнился. Теперь у него есть вентиль, и это позволяет нам играть в любой тональности.
К примеру, хроматические интервалы для этого инструмента абсолютно не являются проблемой. А если непривычному человеку дать послушать оркестр, играющий на аутентичных средневековых инструментах, он удивится, насколько нестройно и даже грубо они звучат. Но это было совершенно определенное звучание, связанное с характером тех инструментов. И это очень интересно, пытаться найти его и воспроизвести в наши дни. Мне такие эксперименты нравятся. Но в то же время я несказанно рад, что мой инструмент поддается настройке и соответствует привычным современному уху частотным настройкам звука. Думаю, что военный трубач чувствовал себя лучше, когда парады проходили в летнее время. Трубить победный марш зимой слишком холодно. Мы, трубачи, все через это проходили. Играли на улице, порой в самую отвратительную погоду. Хотя бы в студенческие годы, чтобы подзаработать. Ужас, да? Да, иногда это было ужасно. Я, например, много играл в концертах, которые устраивали в церквях. А в церквях, как правило, довольно холодно. А еще я играл на похоронах. На кладбище часто требуется траурный звук трубы. А на свадьбах? На свадьбах тоже, слава богу, приходилось играть. Медные духовые много где приходятся ко двору. Были композиторы, которые в значительной части строили свою музыку на игре медной секции. Рихард Штраус, например. Штрауса не представить без медных духовых. Ну а про Рихарда Вагнера я вообще молчу. Кстати, почему-то этих композиторов часто звали Рихардами. Не всех, конечно. Йоганна Себастьяна Баха звали по-другому. А перед Бахом я, как и многие мои коллеги, преклоняюсь. Он очень любил использовать трубу. Даже есть устойчивое выражение «баховская труба». Например, во втором Бранденбургском концерте потрясающе использована труба пикколо, строй си бемоль. Сложнейшая партия, но на ней держится вся эта гениальная музыка. Обожаю. И я не один такой. Даже Битлз использовали баховскую трубу. А у тебя бы сейчас хватило смелости сыграть партию трубы пикколо во втором Бранденбургском концерте? Могу честно признаться, что без долгих репетиций нет. Классическая труба – это как спорт высоких достижений. Нельзя останавливаться, нельзя выпадать из тренировочного процесса. Просто взять шест и прыгнуть на 5,95 невозможно. Я искренне восхищаюсь своими коллегами, оркестровыми музыкантами, которые из года в год, десятилетиями сохраняют такую потрясающую форму, что могут без подготовки с листа сыграть все, что от них потребуется. Я уже на такое не способен. Хотя сама эта мысль совершить вылазку к ним туда меня регулярно посещает. Это было бы отличное приключение. К счастью, в Берлине, где я живу, такое принято. У нас здесь происходит постоянный обмен музыкантами между симфоническими оркестрами и джаз-бендами. И мне такой подход по душе. Eins und eins, das macht zwei, drum küss und denk nicht dabei, denn denken schadet der Illusion. Насколько я помню, у тебя есть альбом «Watch What Happens», «Следи за происходящим», который ты записал с гениальным вокалистом Томасом Квастхоф. Да. В чем была идея этого альбома? Томас Квастхоф – экстраординарный артист. Он никогда не скрывал, что нарушать границы музыкальных жанров для него совершенно естественно. Когда мы с ним познакомились, то сразу же обнаружили определенное сходство наших вкусов и тут же решили записать альбом, где Томас попробовал бы себя в качестве джазового вокалиста. В мире, кстати, не так много классических певцов, кто владеет еще и джазовым вокалом. Рене Флеминг – редкий пример. Кстати, она начинала карьеру как джазовая певица. Да, это правда, но это не умаляет ее достижений. Добиться успеха в обоих жанрах мало кому дано. Так вот, вскоре после знакомства мы с Томасом вовсю уже составляли список вещей, которые бы хотели записать с ним.
Этих жемчужин набрался целый альбом. Мы ориентировались на личные предпочтения, иногда на тексты. Мне эта работа доставила огромное удовольствие. Ну а Томас до сих пор остается верен джазу, отчего весь мир, несомненно, выиграл. Скажи, а ты помнишь такую группу «Single Singers»? Конечно, помню. И еще один похожий ансамбль «Плейбах» Жака Люсье. В твоем творчестве тоже есть что-то подобное? Вариации на тему арии Баха? Ты продолжаешь историческую линию подобных альбомов? Что ж, наверное, все-таки самый известный джазмен в истории происходит из Германии. И это Иоганн Себастьян Бах. Как жаль, что во времена Баха не было возможности заснять на видеокамеру, как вдохновенно он импровизирует на церковном органе. Со слов очевидцев мы знаем, насколько он был в этом хорош. Тогда бы мы не усомнились, что что-то подобное джазу уже существовало в те далекие времена. Ну и, конечно, импровизации на тему композиций Баха совершенно естественны и всегда чудесны. Они основаны на своей собственной внутренней логике. Мне кажется, джаз и Бах – понятия, которые стоят чрезвычайно близко друг к другу. Самое главное твое отличие – это концептуальность твоих идей. Вообще установка на концептуальность. К примеру, твой альбом «Музыка для кинофильмов». Что тебя особенно привлекает в этой музыке? Музыка для кино – это всегда программная музыка. Отчего неминуемо приходит на ум сравнение с импрессионистами и экспрессионистами. В этом плане особенно показательно американское кино 50-х, 60-х и даже чуть раньше. Взять любой фильм с Одри Хепберн. Смотришь его и понимаешь, что Клод Дебюсси мог бы написать для него просто идеальный саундтрек. Ведь музыка этих ребят, она всегда играла цветами. И в ней на самом деле много от джаза. Поэтому джаз тоже отличная музыка для кино. Совсем не случайно в Лос-Анджелесе огромное количество джазменов было задействовано в киноиндустрии. Киностудии создавали рабочие места. В этом было отличие от Нью-Йорка и Восточного побережья, где джаз был вне закона. Я регулярно сочиняю для кино. Был, например, полуигровой фильм, посвященный велогонке Тур де Франс. Режиссер Пепе Данкварт, лауреат премии «Оскар». Работать с ним было здорово. Из этого опыта со временем родился альбом, где я собрал и заново интерпретировал всю киномузыку, что дала что-то особенное лично мне или моему инструменту. И вот совсем недавно опять была работа над фильмом под названием «Пещерный человек». Будем надеяться, он выйдет как и запланировано, что пандемия наконец отступит, и его можно будет увидеть в кинотеатрах в декабре. Вообще же я в дальнейшем собираюсь хранить верность киномузыке, создавать ее и играть. Наверное, в данном случае ты вдохновлялся музыкой Глена Миллера и Манчини. Глен Миллер, на мой взгляд, обладал одной важнейшей для музыканта способностью. Он умел создавать музыку, рождающую эмоции. Когда же речь заходит о Манчини, я не знаю ни одного человека, кто удержался бы от улыбки при звуках любой его мелодии. Речь не только о завтраке у Тиффани. Расскажи, пожалуйста, о фильме, посвященном Уильяму Клэкстону, который занимался фотографией не в качестве хобби, а на профессиональном уровне. Фильм называется «Человек, увидевший джаз». Это документальное кино, для которого я сочинил музыку. Посвящено оно фотографу, работавшему в модной индустрии и снимавшему джазовых музыкантов. Под влиянием этого фильма я и сам взял в руки фотокамеру. Поняв, какое влияние на нашу музыку оказал Клэкстон, послушав его собственные размышления о фотографии, я осознал, что фотограф способен менять восприятие музыки публикой, усиливать ее посредством создаваемых им визуальных образов. Карьеры Сони Роллинса, Чета Бейкера, даже Луи Армстронга, а позднее Норы Джонс, немыслимы без их фотографий. Возможно, для джаза Уильям Клэкстон сделал не меньше, чем сами музыканты, которых он снимал. Он был единственным музыкантом... О, какая отличная оговорка! Единственным фотографом, заставившим Чарли Паркера улыбнуться перед камерой.
предполагаю, что с этого момента ты не расставался со своей камерой, так же, как и со своей трубой. А что это была за камера? Я начинал с Лейки М. Вообще, это такая камера-прародительница. Это не цифровая камера, пленочная фотокамера, аналоговая. Да, аналоговая камера. Но я очень быстро обнаружил ту же модель в цифровом исполнении. С тех пор эта компактная и удобная камера прочно заняла место рядом с трубой в моем дорожном кофре и приобрела почти такое же значение. И как, они не ссорятся друг с другом? Нет, они дружат и проводят много времени вместе. Камера помогает остановить момент. Поняв это, я тут же принялся документировать жизнь моих коллег-музыкантов. Предпочитаешь жанр портретной фотографии. Твои портреты, к примеру, Баренбоем или Сил, какие лица? Невероятно выразительные. А кроме портрета, что тебя еще интересует? Мне нравятся разные жанры фотографии. Но искусство портрета мне ближе всего, поскольку предполагает коммуникацию с объектом съемки, а это практически тот же диалог, в который я вступаю посредством своего инструмента. Так что, наверное, портрет – мой жанр. Хотя я также с удовольствием фотографирую архитектуру, ландшафты, жизнь людей. Документальная уличная съемка – тоже отличный жанр. Можно неспешно бродить, всматриваться, как турист, что-то подмечать и фиксировать детали. Самое же прекрасное для меня в фотографии – то, что как музыкант я всегда на виду, в свете софитов. А с камерой я могу оставаться на заднем плане. Могу сам решать, что у меня получилось, а что нет. Что стоит обнародовать, а что лучше стереть. Ну а снимать портреты музыкантов уровня Даниэля Баренбойма – вообще праздник. Хотя и подготовка нужна основательная. У Даниэля никогда не найдется на тебя 30 минут. Настолько он всегда занят. Поэтому я пытался получить хотя бы 5. Ты делаешь свои знаменитые 3 кадра? Ну, в его случае я сделал их, наверное, 10, но точно не больше. Потом смотришь, сколько кадров в итоге получилось. В этом главное искусство – умение себя ограничивать. Самое же прекрасное в портретной съемке то, что когда готовые снимки выставляют, особенно если это крупные планы, ты можешь позволить себе то, что в обычной жизни совершенно недопустимо – долго смотреть в глаза, что в нашем обществе считается крайне невоспитанным. Ну вот мы с тобой смотрим же друг другу в глаза. Да, мы это делаем, но в какой-то момент либо смущение, либо вежливость заставляет нас отвести взгляд. А ведь для того, чтобы понять внутреннюю сущность человека, нужно заглянуть в глаза. Только фотопортрет это позволяет. Видео здесь не работает. Оно сбивает с толку. Ты знаешь, мне пришло в голову, что когда ты играешь на трубе, ты экстраверт, а с камерой ты интроверт. Да, это правда. Знаешь, мне кажется, что джаз – это самый политизированный из музыкальных жанров, потому что свобода является его основным требованием. Я правильно мыслю? Я не преувеличиваю? По-моему, лучше и не скажешь. Джаз всегда был политизирован. Он начинался как политика, как протест. Это всегда был сплав. Различные влияния приходили из Африки, Европы, Америки. Но в конце концов, причиной его возникновения были страдания. Именно это дает нашей музыке ее основные краски и глубину. Да, можно назвать это политизированностью. Бывали времена, когда джаз был настоящим символом протеста против несправедливости, царящей в мире, и мощным инструментом критики. Только ни в коем случае не стоит из-за этого считать джаз музыкой прошлого. Джаз по самой природе своей – музыка настоящего. Джаз – это вневременной, всегда актуальный символ и пример того, как естественно вести себя человеку и человечеству, чтобы мир строился на диалоге и взаимопонимании.
И, конечно, это доказывает то, что ни Россия, ни Германия, за исключением джазмена Йоганна Себастьяна Баха, не являются исконными джазовыми странами. Джаз у нас развивается, но до сих пор все-таки штаб-квартирой джаза является Америка. Можно так сказать? Я могу легко опровергнуть этот тезис. Возражай. Это даже не опровержение, просто мои наблюдения. Конечно, бессмысленно спорить, что джаз начинался в Америке, и там его корневая система. Но ведь и там он появился как результат импульсов, исходивших с разных континентов. Поэтому джаз – универсальный язык, которым может овладеть любой. И ведь, когда я осваиваю какой-то новый язык, я не теряю свои корни. Я по-прежнему остаюсь тем, кем был, родившись в определенной стране, впитав ее культуру. В моем случае это страна Германия. Вот только музыка способна на то, на что не способна политика. Она может разрушать границы. Ты был удивлен, когда в 2016 году ты получил официальное приглашение в Белый дом? Да, это была большая неожиданность. Исторический момент. Причем не только для нас, джазменов, приглашенных из-за рубежа, но и для американских музыкантов. Я с удивлением это понял, прогуливаясь перед Белым домом с Пэтом Мэттини и Уэйном Шортером. Я это и от других американцев слышал. Они говорили, что объездили со своими выступлениями весь мир, но до того ни разу не получали приглашение в Белый дом. И это, конечно, очень символично, что первый афроамериканский президент незадолго до своего ухода провел в Белом доме празднование Международного дня джаза, который ЮНЕСКО ежегодно отмечает 30 апреля. Это исторический момент, имеющий огромное значение как для нашей музыки, так и для Америки, как страны, как культурной нации и прародины джаза. Ведь, по большому счету, в американской культуре трудно найти что-то столь же объединяющее, как джаз. Но ты выступал в качестве символа Германии или Европы вообще? Сколько всего музыкантов из Европы получили эти приглашения? Из Европы было не так много музыкантов. Один француз, один израильтянин, много выступающий в Европе, и один немец, я. И я очень горд, что меня пригласили представлять Германию. Но вообще-то День джаза – регулярное событие, которое с подачи ЮНЕСКО проводится ежегодно в мире. And I would follow her forever. Through the ocean I would wait. I'm so afraid she'd leave me far behind. I find her so beguiling whenever she is smiling. Intoxicating bliss like a complicated kiss or smile. А ты любишь приезжать в Россию? Я фанат поездок в Россию. Люблю приезжать к вам. Люблю выступать. У русской публики удивительная глубина понимания музыки. Русская душа вообще расположена к музыке, и это все знают в Германии. Я думаю, ни для вас, ни для нас не секрет, что музыка и литература – это две главные точки сближения между нашими народами, которые существуют уже столетия. Лично же мне кажется, что наша географическая близость – еще один повод, не позволяющий искусству наших стран игнорировать друг друга. Я не понимаю, как можно не любить или игнорировать Шостаковича. Мы живем так близко. В музыке и в литературе мы любим одно и то же. Как можно это не использовать, чтобы сделать нас еще ближе друг к другу? Мы, музыканты, постоянно задаем себе этот вопрос. Да, всегда присутствуют политические обстоятельства. Но любые обстоятельства преодолимы. Нам ли, артистам, этого не знать? Мы постоянно пересекаем еще вчера непреодолимые границы. Испокон веку так было. Люди с удовольствием встречаются вместе и вместе слушают музыку, становясь ближе. Делиться красотой, которая у тебя есть, самая естественная потребность, прописанная в нашей ДНК. Thank you.
Тиль, теперь сменим тему. В 2019 году тебе присвоили титул «Самый стильный галстук года» – «Кроватман». Как это понимать? Я тебя все время вижу без галстука. Да, действительно, было время, когда я очень увлекался галстуками. И это, кстати, связано с трубой. С тем, что это изначально был военный инструмент. В детстве я жил в Риме и был в полном восхищении от формы карабинеров. Еще ребенком? Да. Я тогда ходил в детский сад. Точнее, меня возили туда родители. Для ребенка полицейская машина – вечный предмет восхищения, как и различная униформа. Ну а форма итальянской полиции, она вообще неземной красоты. Что говорить, итальянцы умеют одеваться. Отсюда мое детское увлечение униформой. Доходило до того, что я ею интересовался даже больше, чем трубой. Галстук же – ключевой элемент многих вариантов форменной одежды. К тому же униформа для ребенка – символ взросления. Впрочем, джазовые музыканты тогда тоже казались мне очень взрослыми людьми, поэтому выступления на сцене тоже равнялись для меня процессу взросления. Так что изначально я надевал галстук, потому что хотел скорее подрасти. Те времена давно прошли, и сейчас галстуки для меня помеха, но в Германии есть этот замечательный титул «Самый стильный галстук года», и когда мне его в свое время присудили, я носил его с гордостью. Чем ты занимаешься в свободное время, если оно у тебя бывает? Как насчет еды, вина, прогулок, спорта? Могу признаться, что есть и готовить очень люблю. Во время пандемии это были чуть ли не единственные доступные мне развлечения. Поправился, нет? Конечно же, поправился. Сейчас, когда концерты возобновляются, каждый раз радуюсь, что есть такой отличный способ потратить калории, как отыграть концерт. Дома ты можешь играть сколько хочешь, репетировать до посинения, но при этом никогда и ни за что не сбросишь таким образом вес. Вот почему я особенно рад возобновлению концертной жизни. Что же касается кулинарии, это искусство сродни музыке. Вся эта история о вине, о регионах, где лоза возделывается тысячелетиями, все это, на мой взгляд, тесно связано с наслаждением. Ну а что такое музыка, как не чистое наслаждение? На этой замечательной фразе я говорю тебе спасибо от всего сердца. Спасибо, что пригласила. Я хочу как можно чаще слышать твое выступление в России. У меня такие тесные связи с Россией, что мы просто обречены на наше совместное светлое будущее.